Всем привет! Сегодня 26 июня 2022 года, и в Новокузнецке впервые проводится татарский праздник Сабантуй. Этот праздник означает праздник Сахи, то есть окончание посевной кампании. Возле театральной площади проводится торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. От вокзала до театральной площади установлены торговые лотки всевозможные. Проводится парад национальности, и сейчас будет праздник. Будет обширная праздничная кампания, концертное выступление, борьба национальная, караш. Этот праздник проводится также в Башкирии и в других тюркских народах. Ну, там маленько отличается. Остановились. Круг, вот видите, друзья, здесь лотки с сувенирами, с национальной едой. И это все тянется до самого вокзала. Отлично! Остановились! На празднование приехали гости из Татарстана. Большая делегация, а также почетные гости. Губернатор области Цивилев и президент Республики Татарстана. Возле драматического театра построили сцену большую. Он, как видите, очень много людей в национальных костюмах. Трибуны. Посмотрите, сколько участников этого праздника. Это коллектив нашего ДК «Алюминщик». Ну и много-много-много гостей. Хоровод соцветия национальности. Представители коренного населения Кузбасса. Пошли!
Ну а после торжественных мероприятий начнется культурная программа. Приветствуем династию Садартиновых из Воркуты во главе Российской Федерации Сынова от Пазанван Шансера. Праздник Сабантуй продолжается. На наших праздничной площади делегация...